на встрече граждан избирателей работает волонтер, который выдает маски, одноразовые ручки, обрабатывает санитайзером руки, перчатки выдает, и граждане у нас проходят. Как вы могли видеть, у нас небольшой участок, но тем не менее мы максимально его смогли развести потоки, то есть чтобы входящие люди с выходящими не сталкивались. Естественно, это дистанция, дистанцирование избирателей. Мы за этим наблюдаем. Каждый час у нас дезинфекция происходит, то есть мы буквально на 5 минут закрываемся, проводим санитарную обработку. Каждые полчаса мы протираем все поверхности. Пенсии, свободное время, и чтобы меньше толкаться, как говорится, ну и спокойнее, ну, в принципе, никуда не торопимся, но в то же время, чтобы не создавать ажиотаж. Максимально попытались организовать доставку к нам сведений таким образом, чтобы мы смогли сформировать банк данных тех людей, которые нуждаются в нашей помощи и которые бы хотели проголосовать непосредственно дома. Упаковываем необходимый пакет документов, который нужен будет для голосования. Это средства индивидуальной защиты, это заявление пустое, которое будет оформляться на 2 бюллетеня сразу, на выборы губернатора и на муниципальные выборы. И непосредственно группа в составе наблюдателя, в составе члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и с представителем полиции выезжает на этот адрес.